Дорогие друзья, всем привет! Мы наконец-то в аэропорту. Аэропорт Шереметьево. Сейчас будем проходить регистрацию и все остальное. У нас 3 чемодана, 1 коляска, 2 детей и 3 взрослых. Все очень так суетливо, но интересно. С приключениями, как всегда. Аэропорт Шереметьево. Давно я здесь не была. И вот мы снова тут. Наши малыши. Продолжаем проходить наш супер классный опыт. Поездка с 2 детьми. Ну еще и бабушка у нас есть рядом. Она нам поможет в этом непростом деле. Сейчас мы направляемся в бизнес-зал. А, смотри, какой-то из зал орбита. Это что? А, нет, вот бизнес-зал. Дорогие друзья, я сижу, пью шампанское. И сейчас хочу снять обзор еды, которую предоставляет что? Не, детей не хочу. Мне говорят, детей не снимаешь. Нет, детей я не хочу снимать особо. Вот, хочу сейчас показать то, что предоставляет бизнес-зал Кандинский. Мы пришли именно в Кандинский. Сначала зашли в Рублев, но в Рублеве почему-то нам сказали, что нам не сюда. И мы пошли в Кандинский. Посмотри, как здесь чисто. Лев, я отвлекаю меня. Мы тут пьем шампанское. Кстати, очень вкусно. Это наше российское шампанское. Шато Тамань какой-то там, я не знаю, надо точно узнать. Вот оно реально вкусное. Да, белое шампанское. Нет, это даже не шампанское, это белое игристое вино. Приятное. Да, так что сейчас я схожу и покажу, что предоставляет из еды бизнес-зал Кандинский. Здесь переговорная даже есть, представляете? Также есть, я смотрю, игровая для детей. Ну, здесь вот играли. Также здесь можно выпить кофе, здесь какое-нибудь пирожное. Так, ну это не основное место, где можно поесть. То есть сейчас я зайду там, где реально большое количество еды. Но, на мой взгляд, еда более разнообразная, почему-то в Домодедово, мне кажется. Вот опять же здесь есть табло вылета, чтобы не пропустить. Также комната для сна. Слипбокс. Комната для сна. Видимо, кто-то решил лечь поспать. Там уже висит вывеска «Не беспокоить». Также туалеты. И большое количество людей. Кстати, здесь душевая. Можно принять душ. Так, здесь вот можно посмотреть на вылеты самолетов. Чтобы не смущать людей, я сразу пришла непосредственно там, где можно выпить и покушать, да? Так, что здесь имеется? Чай черный, холодный. Вот такие виды пирожных. Ну, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы наесть. Булочки. Здесь паста болонез. Такая. Также. Тефтели мы брали, очень вкусно. Здесь два вида супа. С грибами. Также рагу с куриной печенью. Нет, мы такое не брали, мы взяли
фрикадельки сели. Паста болонез. Также здесь есть ветчина, сыры, морковь с чесноком, салат табулен. Такой мы не брали. Вот. Потом есть вот эти всякие газированные напитки. Вода газированная, не газированная. И неограниченное количество алкоголя. Так. Здесь также можно за дополнительную плату выбрать то, что вы хотите в плане алкоголя. Что здесь вообще есть? Давайте посмотрим. Какие здесь цены? Так, пиво 509. Так, пиво австрийское, разливное. 550. Австрия, Испания, Китай. Водка, ликер. В общем. Такая вот хотела заснять, посмотреть, что это за шампанское, которое нам предлагают. Шато де Ламер. Вот надо, кстати, его запомнить. Это блюдо белое. Так, пойду я. Здесь очень много людей, и неохота на самом деле всех напрягать, потому что подходишь, снимаешь, а люди все хотят есть. Должна была обязательно снять. А то, что здесь предоставляют, здесь можно, кстати, взять на различных языках газеты, журналы. Так, мы направляемся на свое место. Я, честно говоря, напила шампанского, и мне немножко это как-то жарко стало. Прям бросило. Вот. Но здесь, вот смотрите, когда вы заходите, бизнес-зал находится на втором этаже. 114 вход. И вот мы можем направиться направо и налево. Мы находимся направо. Так, сейчас. У меня тут уже съемка проходит. Все, мы закончили. Сейчас уже начинается наша посадка. Совсем-совсем чуть-чуть осталось до вылета. Этот день X настал. Я немножко волнуюсь. Но несколько бокалов игристого мне помогли в этом, чтобы успокоиться. Кстати, вот эти девушки, которые на заднем плане, на ресепшене, они всем говорят, что полная посадка. И что мест мало. Ну или их нет вообще. Так, все, заходим. Я там за спиной не вижу, у меня глаз нет. Лёв, ты осторожней, тебя бабушка прибьёт. Это пусть будет, это этикетка. Тут написано, как стирать эту подушку. Из чего она сделана. Мама, вы не нажали, да никто нахуй. Сделана? Какая нам, куда монтаж? Вообще просто раз. Ну ты дай нам учиться, и нажимай, чё ты? Сейчас должно быть всё на мази. Как дядя Ваня скажет, у меня всё на мази. Какой противный. Да. Ой, наелись, напились. Что еще можно делать? Сесть в самолет и полететь. Но кто не хочет идти в бизнес-зал, может зайти вот в эту печку чехана. И спокойненько давай посидеть. Покажи, какие на стене висят. Сейчас покажу. Но это все в таком узбекском стиле. Также можно присесть вот здесь. Но здесь практически мест нет. Магазины Боско. Что такое? Я могла купить золотую карту Боско. Но вот золотую карту мы так и не получили. Там слава предложение вышло, а он его профукал. Кончились сроки. Когда я за ним пошел, оказалось, что кончились сроки. Срок закончился. Мам, что ли вы?
Людей очень много. Ну, это неудивительно, потому что это июль месяц. Все уходят в отпуск. Соответственно, аэропорты полные. Было бы странно, если бы аэропорты были пустые. Знал, кстати, вот эти фалки, это Германия делает. Это носки, колготки немецкие, очень качественные. Что? Мне кажется, это нельзя. Почему это нельзя? А я в Телеграме покажу. Но поэтому нужно подписываться на мой Телеграм. И тогда будете получать последние самые интересные новости. Те видео, которые YouTube не пропускает, я выкладываю на Телеграме. Потому что в Телеграме нет такой цензуры, как и на Ютубе. YouTube сразу, если вот детей видит, сразу он их начинает это указывать, что это детское видео. Папа, я буду спать, если хотя бы подушку. Кисиком, то есть чупа-чупсиком? Нет, чупа-чупсом нельзя спать. Я, конечно, к аэропорту Домодедово больше привыкла, чем к Шереметьево. Да и Шереметьево от нас очень далеко. Мы добирались полтора часа где-то на такси. Час 50. Если быть точнее. Но тем, кто живут на севере Москвы, на западе Москвы, им удобно. А тем, кто живет на юге, очень неудобно добираться. Ну, полтора часа это прилично. Изначально мы хотели своим ходом поехать, но ребенок немножко слабо себя чувствует, и мы изменили нашу тактику. Нам тут просить не дают. Ну вот обратите внимание, что людей очень много. Так что вот эти, знаете, давки, которые показывают. Да, я здесь не везу, люди, конечно. Ну, это всегда так было. Так что нам повезло, что у нас есть дети. Аэрофлот.